атлетикой где-то примерно 5 лет. Привел меня в атлетику мой физрук. Он посоветовал первому моему тренеру, чтобы взяла меня посмотреть. И так мы занимаемся уже 5 лет. Первый тренер мой Реминская Татьяна Дмитриевна, второй Козлова Виктория Михайловна является сейчас. Выполнил мастера спорта на чемпионате Украины в городе Харьков. Был вторым с результатом 7,78. Выполнил нормативы на чемпионат Европы в Швеции. Хотелось бы попасть в призы чемпионата Европы и поехать в Рио-де-Жанейро на Олимпийские игры. Кумир, да, конечно, это Боб Биман. У него личный рекорд 8 метров 95 сантиметров. Тренируемся мы на стадионе Вагоностроительном и на политех. Хотим на Олимпийские игры, то я думаю, это уже как бы профессионально. Есть результат. Сейчас я 3-й в Европе и 9-й в мире по юниорам. История Кремича в легкой атлетике очень большая. У нас есть такие огромные звезды, как Надежда Ткаченко, олимпийская чемпионка в пятиборье. Вот, у нас есть олимпийский чемпион в толкании ядра, Москва, 80 олимпийские игры. Чемпионка мира Мельниченко, Москва, 2013 год. У нас вот растет новое поколение, которым мы гордимся и доводим их до таких результатов, до таких вершин. У нас одна проблема в нашем в славном городе, у нас негде легкоатлетам тренироваться, у нас нету современной дорожки, у нас нету современных секторов. Мы вынуждены выезжать на сборы в другие города. Вот. Поэтому наши спортсмены, часто достигая результатов, они уезжают с нашего города, потому что нету где тренироваться. А условия, которые требуют хороших результатов, это обязательно в наше время хорошие базы. Хотелось развивать и тот вид спорта, который славит наш город в мировом масштабе. Вот, и хотя бы, чтобы поколение, которое сейчас поднимается, могло получить удовольствие тренироваться в своем городе, гордиться тем, что они здесь, они тренируются, они славят наш город.